Так он соорудил, значит, чемодан, сундук, волшебный сундук бесплатной энергии. Заряжается бесплатно. Пока, как говорится, сейчас открою. Вот, 8 этих стоит. 8. По 7, 56 штук. 56 батареек. Напряжение 11 вольт, мощность 150 ватт, зарядка идет бесплатно, вот видите, медленно, но верно, обратным током, импульсами через выпрямитель на 50 ватт, как говорится, расхода нет. Расхода нет, это я показывал. Вот счетчик, вот лампочку включаю, счетчик пошел. Так останавливается. Еще раз. Опа, встал. Встал. Вот же включенный сюда. Вот лампочка включена. То есть сундук, в дальнейшем сюда еще можно стелить прокладки изоляционные, где электрика, и в дальнейшем сюда войдет, сейчас 56, еще 56 штук войдет. То есть где-то на 300 батарея резервного питания на случай войны и так далее, на случай отключения света. 300 ватт будет, сейчас 150. То есть сундук, все это с замком, тут даже есть, значит, набирать цифры, чтобы закрыть, чтобы никто не лазил. Выводы идут отсюда, нули, вернее, как говорят, минус, ну нули я называю, плюс фаза, все это вместе соединено. Заряд, как видите, идет, скачет 9,87. Полная зарядка это 11,1 вольта. Начинали с 7, прошло где-то 3 часа, вот уже 9, около 9,9. Но расхода нету. А не потому, что это счетчик плохой. Счетчик этот сматывает и, значит, 0,1 ампера. Пол ватта сматывает даже. Я пробовал на зарядке. Счетчик проверенный, калиброванный. Просто вот энергия идет вперед и назад. Вот видно. Вперед чуть. Назад. Чуть вперед, назад, то есть питается на своей энергии обратной, которая вырабатывает батарейки, так выделение тепла, это та же энергия тепловая, то есть когда выделяется тепло, это энергия, тот же электрический ток, оно разогревает там, значит, этот состав литий-ионных батареек. При разогреве, как известно, идет электрохимический процесс. Хотя мы задавали вопросы, там счетчик не такой, там то, не то. На деле это все верно. И можно применять в народном хозяйстве.